Приветствую вас. И на самом деле диагноз действительно никто не поставит, что вот только такой информации от вас, потому что, ну, все-таки человека, наверное, нужно видеть, вот, все-таки человека, наверное, нужно кто-то наблюдать, да, вот, и все-таки, наверное, нужно как-то вот эту историю немножко, ну, подробнее изучить, да, все-таки, наверное, как-то надо это поисследовать, вот. Но то, что я могу сказать прямо сейчас, это то, что, на мой взгляд, вы не разделяет себя ребенок. Это проявляется в том, что вы говорите «мы» там, где, в принципе, дело касается только ребенка, а не вас. А вы говорите «мы». И вот это вот, мне кажется, такой довольно ключевой момент. Вот в этой ситуации, ну, в этой вот ситуации, потому что когда вы себя идентифицируете с ребенком, ребенок ничего не чувствует себя самостоятельной единицей, и, соответственно, ему сложно ну, полагаться на себя, ему сложно полагаться на свои ресурсы, ему сложно полагаться на свои какие-то решения, на свои какие-то выводы, вот. То есть ребенку сложно, на самом деле. Вот. Как бы и, соответственно, я бы сказал, что это главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Потому что если я прав, вот, и вам действительно сложно отделить себя от ребенка, если вы не отделяете себя от ребенка, вот, то это может быть проблема, вот, в результате которой ребенок ваш вот чувствует себя вот таким не самым лучшим образом. Вот. А вот, собственно, что можно вам сказать. Сейчас, пока что, по крайней мере. Вот какой ответ можно вам дать сейчас, с точки зрения психологии, психотерапии. Вот. То есть вам бы, ну, как вот, самой немножко поработать с психологом. Вот. Чтобы лучше для себя понимать, что происходит с, ну вот, с вами, с вашим ребенком, например, вот. Это могло бы помочь вам более качественно устраивать взаимоотношения. Вот. Я бы так сказал. Я бы так ответил вам на, ну, на вопрос, на ваш, который вы задаете, по крайней мере. На этом все. Надеюсь, что
помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему вопросу. Это, по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой.